Летом будущего года в селе Тунгор откроется храм-часовня в честь великомученика Георгия Победоносца. Новую церковь в Ахинском районе строят по старой русской традиции всем миром. Хочу выразить сердечную благодарность всем людям, которые принимают участие в этом строительстве. Это в первую очередь строители, частные предприниматели и жертвователи, то есть люди, которые не своим трудом, а финансово помогают нам осуществить эту стройку. Значит, по храму все работы, которые были запланированы и на это 2016 год, мы сделали, то есть у нас стоят стены, крыша, крышу накрыли, окна, двери, это все есть. Уже в следующем году к церкви будут подведены коммуникации, завершатся отделочные работы. На ее освящение прибудет архиепископ Сахалинский и Курильский Тихон. Вчера, по окончании воскресного богослужения в Ахинском храме, вручили награды храмостроителям и людям, которые помогают в этом деле финансово. Пожалуйста, держите. Аксиос. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Глава муниципального образования Александр Шкрабалюк отмечен патриаршим знаком 700-летия преподобного Сергия Радонежского. Указом святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла во внимание к трудам на благо Святой Церкви Шкрабалюк Александр Михайлович, глава муниципального образования городской округ Ахинский Сахалинской области, награждается патриаршим знаком. Так, и вот фотографию, пожалуйста. Благодарю вас за помощь, которую вы оказали при строительстве. От себя лично, от всех прихожан. Дело нужное на благо нашей православной церкви. Приложим все силы, чтобы часовня была достроена. И все это делается для того, чтобы укреплять веру, чтобы жители смогли прийти, помолиться. Это делаем искренне и приложим все силы и умения, свои знания для того, чтобы все это было сделано. И, я думаю, строительство часовен в нашем городском округе и в других селах тоже будет продолжено. И мы тоже к этому приложим все свои силы. Спасибо большое. Спасибо вам большое.